Сегодня в общественной палате Карачаево-Черкесии объявили о закрытии ситуационного центра наблюдения, который работал в течение единого дня голосования с 6 по 8 сентября. Алла Качеева подробнее. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следили более 1500 наблюдателей, 555 из них от Общественной палаты республики. Ситуационный центр, который работал в дни выборов, сегодня завершил свою работу. В республике не зафиксировано ни одного нарушения ни на одном избирательном участке. Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Лешова поблагодарила всех за проведенную слаженную работу. Граждане республики голосовали в течение 3 дней. Это дало каждому дополнительные возможности обдумать свой выбор и принять взвешенное решение. У нас хорошие результаты по активности избирателей. Это означает одно. Люди уверены, что придя на избирательные участки, они голосовали за свое будущее, будущее своих детей, за великую и сильную Карачаево-Черкесию. Карачаево-Черкесия показала высокую явку. При этом выборы прошли на высоком организационном уровне. Это отметила мониторинговая группа во главе с федеральным электоральным экспертом Общероссийской общественной организации «Юристы за права человека» Русланом Чериченко. Волонтеры ситуационного центра отслеживали происходящее на избирательных участках с помощью интерактивной карты независимого общественного мониторинга. Кроме того, места для голосования посещали и сами члены Общественной палаты Карачаево-Черкесии. Особо эксперту импонировала преемственность поколений, то, что люди приходили на избирательные участки с семьями. Выборы прошли в соответствии с законодательной базой, это первое. Второе, они прошли честно, они прошли абсолютно прозрачно. Ну а высокая явка, она показывает именно то, что люди готовы верить результатам выборов, что людям дали возможность, и они эту возможность использовали. Показательно это количество людей, пришедших на выборы. Значит, первое место по явке заняла Курская область, да? Но мы понимаем, что та обстановка, которая происходит там сейчас, она так консолидировала общество, что они показали самые высшие результаты. Могу сказать, что Карачаево-Черкесия была на втором месте. При этом не надо, да, было ни войны, ничего здесь на месте. Вот просто это, ну, здоровое общество. Собравшиеся еще раз подчеркнули, что и жители Карачаево-Черкесии, и наблюдатели подошли к выборам ответственно. Вся избирательная кампания прошла в доброжелательной атмосфере. Мнения могли быть разные. Каждый выбирал ту партию или того кандидата, за которого он намеревался проголосовать. Ощущается определенная политическая зрелость наших жителей, народов, которые живут в Карачаево-Черкесии. И в этом плане вот этот единодушный такой настрой на совместную работу, он определяет и будущее нашей республики. Напомню, в республике 3 дня работал 251 участок. Явка избирателей составила 68,9%. То есть своим конституционным правом воспользовались 203 324 человека. Алла Качиева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.